Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы проходим игру Medal of Honor Airborne. Сегодня у нас прохождение идет 4-й миссии. Это Market Garden. Давайте начнем. Market Garden. Сержантом. Очередной брифинг. Я так понял, это баг. Что так начинается? Operation Market Garden requires airborne forces to secure several key bridges on the road to Arnhem. It's a risky plan, one that cannot withstand even the smallest of failures. Our bridge is located in the town of Nijmegen. We must secure the town, then take the bridge. The Germans would rather destroy the bridge and let it fall to us, so we must find and disable any German explosives equipment. Despite heavy Allied bombing, the enemy continues to operate roving armor units. Clear any and all threats from this sector. You are dropping into territory which is firmly in the grip of the enemy. Watch your backs. Dismissed. В общем, веселье будет с танками. Так, из вооружения возьмем что? Этот бар какой-то новый. Гарант. Надо гарант качнуть. Из пистолетов у меня все равно ничего нету, только один единственный, так что я буду одним единственным и стрелять. Нет чувства слаще, чем этот грубый рывок, дающий понять, что твой парашют раскрылся. Сержант Эдвард Барнс. Давай, давай, погнали. Заходим на посадку. Небрежная посадка. Что это было? Взял так, стал, ствол откинул и падает. Это вообще от радости отпрыгнул. Дайте мне пострелять, мужики. Ну твою мать, а. Он должен был быть мой. Это для вас подарки, мужики. Для всех. Чуть себе подарок не оставил. Так, надо это барахло все убирать отсюда. Или с танком. Давай сначала с танком разберемся. Что у нас тут? All units within range of this transmission. An enemy armored unit is patrolling the streets. Instructions are to knock out the tank using any means at your disposal. MG42, get the cover! Ух ты, какие, блядь, метки, говнюки-то, а? С
случайно в каску. Эй, танчик. Готов, танк. А, вон ты сидишь. Отсиделся. Второй отсиделся. Все, лежит. Так. И надо поговорить с теми, кто там остался. Ух, ядрен батон. Блин, не помешало бы сейчас подлечиться. Ладно, сначала разберемся, потом подлечимся. Уснул. И малыш. Джизус. Спасибо за патроны. Вот говнюк. Чудес со своей собственной гранаты. Где тут еще? Спи, моя радость. Пятерка по пятибалльной шкале. На десятку не вытягиваешь. Так, что, аптечек нету? Лечить мою пятую точку нечем. Твою мать! Это что за балерины тут? Привет. И пока. Даже аптечку мне оставил. Спасибо, мужик. Залезем наверх. О, снайпер.
Мужик, ты зря здесь залез. Ты чё, не умирающий такой? Вот как всегда, стоит куда-то хорошо залезть. Хрена он кидает. Ребята, а я тоже так умею. Недолеты. Так, еще есть желающие. Так, еще где-то там были. Что это за там прыжки трупов? Ну-ка, 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 давай, давай. Да ладно. Че, они так и будут вылазить оттуда, что ли? Ладно. Я так не играю, ребят. Хотя, можно было пострелять, ну ладно. Чё у нас тут? Чё-то я высоко взял. Тут аптечка на... Ребят. Так, так, так. Твою мать, а, ну... Так. Здесь мы все зачистили. Идем дальше. Ну чё там?
слоумо, ё-моё. Ух ты, ёшкин. Хорошо, там я заехал-то, однако. Аж каску снесло, счастье. Тебе задницу продырявило. Ну, давай. Все? Так, еще есть? Желающих много. Было. Так. Здесь патрончики. Все, что ли? Что там за вопли? Так, еще где-то один должен быть. Только где он? Так, все. Тебя я нашел, мужик. О, прицел дали. Ура. Так, куда нам теперь дальше? Нам куда-то наверх, я так понимаю. Так. Пулеметы мы зачистили. Теперь нам нужно куда-то туда свалить.
Я ж всех тут палил. Так. Так, где еще один гомосек? Ты где-то здесь вроде спрятался. Так, все. Че, у нас закончилось, походу? Или веселье только начинается? О, танчики приехали. Сейчас будет радость. Подстрелили одного нашего. А тот стоит, что-то тормозит. Его завалили. Он еще и нашего придавил. О, сейчас танчиком будут давить. Сделают из наших пацанов фарш. Ох, ни хрена себе тут. Да сколько же ему танка надо накидать? Он же с трех вроде должен взрываться. Ебать, снаряд мимо пролетел. Ай, блин, даже не знаю, что там делать. Ладно. Ебать, неужели? Завалили танк. Накидываем. Так, тут не поиграешь с винтовкой так. Бежим, бежим, бежим. Так, готов. Спи, мой маленький. Спи, мой большой. Спи, мой средненький. Хуй вам всем старшой. Так, патроны. Патроны до хера. Пошли наверх. Спи. Уже заебали. О, добрались. Наши танки идут. Сейчас пиздюлей всем дадут.
Ну я к пизделей нашим танкам дадут. О, гранатометчики. Вообще радость начинается. Несказанная. Педишрекс! Ох, ни хрена тут. Вечеринка. Завалил, что ли? Блин, патроны вот фигово, что нельзя перезарядить. Так, вон он. Они сразу прячутся, говнюки. Ну давайте, выходите. Кто там смелый? Сука, ушел. Готов. Он еще скотина бегает. Да мать твою, как не попасть-то? Да все. Хер с вами, я так пойду. Че я буду тут еще разбираться? Где свои, где чужие? Так, одного вижу, гада. Ух, ёпта. Так. Лежать. Фу ты, блин. Так. Где-то там еще были. О! Привет. Да твою мать! Не убег. Так, где-то должен быть здесь еще один.
Не убег. А, вон еще был. Сколько там еще накидать туда надо ему? Успел. Готов танчик. Все, теперь наши танки рулят здесь. То танк с трех мин разваливается, то, блин, пол арсенала у него вкидаешь, чтобы развалить. Ultimately securing the Nijmegen bridge for armored units moving north toward Arnhem. Captain Campana advises me that during the fighting, Private First Class Boyd Travers distinguished himself by demonstrating great coolness under fire. It is for this reason that I promoted Travers from PFC to Corporal. We could use more men like Corporal Travers. Ну все, миссия четвертая завершена. На этом мы закончим. Всем спасибо за внимание, оставляем комментарии под видео, ставим лайки, подписывайся на мой канал. Всем спасибо, всем пока и удачи!